снеки полно. Я чтоб вот корзину грибов собрал, Ленка за это время уже Поселок Стеклянный есть такой. Это перемычка между Приозерским шоссе и Ленинским. Так вот я лисички оттуда и вожу. Это прям на участке там у заказчика собираю. Так, надо полседьмого Слава выезжать. 7.20, кто тебя завезти, да. 8.16. А вы еще не сразу домой? Кто ты там купишь? Дал мне яблоко вывезти там. Их же нельзя держать сейчас яблоко. Ну что, скоро каникулы. Так я думаю, ждать будут. Уже дубак будет. 28 октября, да. Я что-то неправильно отрезал, за 6 ноября. Чего так сделал? Думал, что каникулы будут. Что-то вообще не знаю, что это сделал. Да у них же и получается, последняя неделя октября, как правило. Я не смог, надо передо мной где-то напарник. Вот ты же, наверное, в отпуске был, как? Сколько дней был? По две недели, блин, я целый месяц не делал. Хватает мне отдых, 18 дней. 15 дней. Куда хочешь. А вот 6-го, если меня отпустят, там праздники. По 8-го. Поем старорусскую 4 дня. Нормально. Там хорошо. Да ну, там нельзя, там лёд по ногам. Да не, ну как бы знали, там может и не станет. Так, поиграться, отдохнуть. Квартиру. Ничего не будет. Телевизор большой, телефон есть. Слушай, а как там с интернетом? Вот ты сидишь. Ну, ходил к соседу, это Wi-Fi. Короче, у меня как-то машина сломалась. Именно в том месте, где связи нет. То есть перемычка там, это от Борисова Гривы на Матовцу идет, такая старая военная дорога. Не забыли на улице? Бетон. Нет, 18.30 выезд. Именно в этом месте у меня машина и сломалась. Не позвонить, ни эвакуатор, ничего не вызвал. Я ходил по дороге туда-сюда и сказал, чтобы эвакуатор вызвал. Да, конечно, самое опасное, да. Ну, так вот. Хотя, ладно, не попали. А, хорошо. Но пакетов было много. Куда все пакеты были? Целая пачка была. Можно приехать, да? 25-го. Даже. 4-го. Здесь выходные тут заняты, конец сентября, а потом там будет в октябре. Все еще выходные суток, воскресенье-то с нами будете, там поедете. А что, не здесь же? Нет, туда, на Хрустатскую. Тут видишь, здесь выходные налетали, а потом в субботу лето. Воскресенье. Клетка, зайди в клетку. А уезжаете-то в корпус? Ну уже все договорились, уже все арендовали. Мы и гостиницу на первую неделю, на вторую неделю уже и дом сняли. Все. В каком месте? Вот это я не знаю, там Лена знает. Приличные такие. И перед Крымским мостом где-то там бегают там. Это без рядом вообще. Сейчас таки попроще уже все отремонтировать. До первой точки 2800 километров получается. И так прилично так шумовать. Ах, на верхнюю полку. Хорошо. Билетов нет? Нет, вообще нет. Если туда еще можно, обратно, по-моему, не было еще. Конечно, если бы самолет летали, бы проще было. Мы сели на самолет и все, и поездим, посмотрим, покатаемся. Дима ж ездил по запрошению, да? На машине.
6.20. 1.0 тоже будет до себя. Это при. Может, ночью был минус, если такой слой. Не, ну если. Мороз всегда с рассветом. Ну, эмбрилет-то появляется. Подмораживает с рассветом. Ну. Просто ночи не было. Как начинает светать и в это время. Да, другая резко теплица.